Тема, про яку варто не забути у передвиборчих баталіях – газова. Контракт на транзит території України чинний лише до кінця цього року. А от що далі? Та чого очікувати, якщо угоду не буде подовжено? Коментар з цього питання дав Юрій Бойко. Давайте послухаємо. Не хочется говорить о том, что его не будет, потому что это представить себе невозможно, поскольку вся газотранспортная система превратится в груду металлолома, и мы потеряем значительное вложение в бюджет, которое она сегодня нам дает. Для того, чтобы продлить в лучшем виде контракт, то нужно немедленно проводить переговоры. Причем времени критически мало. И я считаю, что те два раунда переговоров, которые мы провели по поставкам газа в страну, и которые касались тоже продолжения транзита, они дают нам уверенность в том, что мы достигнем договоренности о том, что будет достаточное количество газа даже после пуска «Северного потока-2» в нашей газотранспортной системе. Мы способны выйти на достижение цены для потребителей, причем это касается и населения, и коммунальной сферы, и промышленности. Максимальная цена будет 3800 гривен, а не 8000 гривен, как сейчас. И не потому, что мы там чего-то сдавали, там, или какие-то национальные интересы, или на что-то разменялись, а просто потому, что мы перейдем на прямые договорные отношения, и не будет этого виртуального реверса, которым сегодня занимается «Нефтегаз Украины» и правительство, и продажи собственному потребителю того же российского газа на 100 долларов дороже, чем если бы он был закуплен по прямым контрактам, и на восточной границе мы его получили. Переговоры, которые прошли, вот, дают мне уверенность, что мы этого достигнем. Мы достигнем снижения цены.